Так, ребят, сейчас через минутку буквально начинаем. Я сейчас как раз все расскажу. Саша, ты проверь, пожалуйста, микрофон. Просто я что-то не понимаю, как его включить. Мне кажется, я его включила или не включила. Светочка, добрый день. О, все отлично. Ага. Слышно, хорошо. Да-да-да, слышно. Все, ребят, давайте хорошо. тогда сейчас я... Отлично слышно, да, ну мне, по крайней мере, отлично слышно. Так, я сейчас тогда буквально давайте две минутки, чтобы у нас еще запустился эфир на Ютубе. И сейчас я расскажу, что у нас будет за эфир, про что, про кого, кто. И все вам будет понятно. Я еще пока на Эльбрусе в гостинице, поэтому я надеюсь, что интернет меня не подведет. Напишу в чат, чтобы задавали вопросы. Что у ваших вопросов? Ребят, я бы хотела начать с того, что вы прекрасно знаете, что я никогда никого не рекламирую, не разрешаю никому в наших чатах рассказывать там, а вот тот вот сделал вот это, а вот тот вот сделал вот это. Вот, именно поэтому сегодня я с огромным удовольствием пригласила Сашу, который на своем опыте делает различные аппараты, которые вносят еще, наверное, еще одну тропу к автономии. То есть мы с вами все знаем, да, уже все знаем, что есть несколько способов дойти до определенного момента, и автономия является не конечной целью, а, наверное, такой, я бы сказала, это тот инструмент, который позволяет нам идти. Так, а кто здесь в видеочате отключить? А, нет, это мой. Это тот инструмент, который позволяет нам идти к своим каким-то более большим, более глобальным, более глубоким целям, можно так, да, пока сказать. И это именно тот инструмент, который позволяет нам расшириться, тот инструмент, который позволяет нам показать наши внутренние способности, наши базовые настройки, насколько человек большой и глобальный. И один из способов, это то, что я на себе прошла, да, это через болезнь. Это такой достаточно неприятный способ, но он существует, от этого никуда не деться. Это тот способ, через что зашел Слава, с которым мы сейчас ведем тоже и индивидуальные проработки делаем с людьми, которых выводим, в том числе на автономию, который вышел через любовь. Это самое, наверное, что ни на есть, прекрасное, что может быть. Это через осознание, через пробуждение, через просветление, называйте это как хотите, через любовь. И, конечно же, Саша Фетлисов, который делает свои приборы, которые он, практически все приборы, которые он делает, они есть у меня. И я вижу на своих близких, на своих друзьях, как они работают. Да, мы их тестируем, и они действительно работают. Я чувствую, я каждый прибор чувствую, я это рассказываю тоже мимоходом, но я обязательно рассказываю это в каком-нибудь из своих эфиров. Вот, и сегодня мы, ребят, построим так эфир, что... Просто так задавать вопросы, чтобы у нас не было хаоса, не надо. То есть сейчас будет рассказывать Саша о своем новый аппарат у него, он про него сейчас расскажет. Я позадаю вопросы, которые мне написали в личку, и я тут вижу еще у нас чат в Ютубе. Если там будут вопросы, то я точно так же буду Саше задавать. Саша, к сожалению, камеру не может включить, потому что у него интернет не потянет, поэтому...
будем его слушать, не перебивать не надо, ребят, просто давайте послушаем, запись обязательно будет, точно так же она будет выложена и в этом чате, и будет выложена в чате Лаврова Светлана, и будет на YouTube-канале. Вот. Саш, тебе слово, привет. Привет, Светочка, обнимаю тебя, меня хорошо слышно? Очень хорошо, пожалуйста. Да. Хорошо. Я немножко расскажу о себе. Я изобретатель, живу в Белгородской области. Ну, кто меня еще не знает. В общем, я 2 года назад узнал об автономии. И тогда не было ничего, собственно, об этом мне неизвестно. Я просто послушал одну лекцию Зелевич и сразу же зашел. Я тогда понял, что, ну, из ее слов, что, мол, кушать не обязательно. Я тогда подумал, ну, если не обязательно, то зачем я ем? И, в общем, перестал. Но как бы тогда, знаете, как бывает обычно, первый раз вот заходишь, никаких проблем. Но вот тогда мне удалось продержаться в этом состоянии волшебном 60 суток примерно. Потом у меня были еще 60 суток, когда была зима, и я иногда пил соки, то есть там уже у меня были какие-то, ну, такие не совсем чистые дни, когда раз в три дня я там выпивал соки, чтобы себя выключить. Вот, и я не спал несколько месяцев, в общем, потом я откатился, и вот этот мой откат, он на самом деле принес огромные результаты. Если вернуть назад все, то я бы сейчас оставил бы все как есть, то есть пускай. Наверное, все-таки было вот так вот мне суждено, где-то около 1,5 года, или даже, нет, где-то около года. Сейчас я снова в автономии. Вот. Мне нужно было вот это время побыть для того, чтобы разработать вот эту технологию. На самом деле, я не разработал новый аппарат, я разработал технологию перехода. Она проста. Она доступна каждому, она понятна, и каждый сможет перейти независимо от состояния. Возможно, это займет у кого-то больше времени, у кого-то меньше. Кто готов уже, вот, кого держит. Вот, сейчас есть огромное количество людей, которые давно, очень давно практикуют. Их замучили уже эти остановки, откаты, они уже плачут, они ждут, когда же. Так вот, ребят, все, закончилось ваше мучение. Запоминайте, дело, ну, что мы, собственно, сделали, вернее, я сделал. Я нашел способ, каким образом, во-первых, обнулить все вкусовые привязки. Это делается в течение 10 минут. Это такое вот наше, ну, мое открытие, буду говорить. С помощью электрического тока переменного, с частотой 30 или 100 кГц в течение 10 минут, это совсем не ощущается. Вся память, ну, с клеток языка стирается. На самом деле клетки языка, они хранят всю информацию о вкусах. И как это происходит? Это происходит следующим образом. Ну, человек становится, он такой, как ребенок. Как будто он ничего не пробовал никогда. Все, то есть, ну, все это забывается, и все. Это очень просто. Но это не главное. Я нашел способ, как стерилизовать желудочно-кишечный тракт. То есть мы берем, сначала делаем промывание с помощью различных там наших, да, у нас очень много этих методов. Это Ракшалана, или это какие-то клизмы, да, то есть содовые, щелочные. Вымываем то, что возможно, вот, а потом заходим также электрическим током и электричеством стерилизуем все, что там есть. Отпускает мгновенно, практически там для того, чтобы обработать, ну, за один раз, ну, сколько, 10 минут достаточно. Но нужно повторять, мы знаем о том, что за один раз все не выйдет. То есть я вот промывал себя, и это было 9 дней, ну, 8 дней. И я потом еще повторял, я скажу, что выходит.
Но желания кушать уже нету и вообще, то есть вот оно отпадает, это человек изначально на первой ступенечке становится таким как бы акварианцем, то есть он может пить водичку. И я скажу, что водичка, она первое время нужна. Вот она нужна до какого-то момента. Вот. А потом это тоже отпадает, становится ненужным. Вот. Это очень классная штука. Я скажу, что мы долго к этому шли, и изначально, когда я изучал работы доктора Хильды Кларк, она там в своей книге «Неизлечимых болезней нет», она писала о том, что мы можем работать электричеством с мышцами, с тканями. Например, если мы держим электроды в руках, то у нас ток проходит по мышцам рук, попадает под обработку легкие, сердце, голова. Если мы держим, ну, подключаем электроды к ногам, то мы ничего не чувствуем, но у нас идет обработка ног, нижней части живота, половых органов. Вот. Если мы подключаемся по диагонали, например, левая рука, правая нога, то у нас идет ток всегда двигается как можно по прямой, то есть он выбирает самую короткую дорогу. И это безопасный метод. То есть он не ощущается телом. Мы используем частоты такие, которые никоим образом не могут нам навредить. Я специально для того, чтобы проверить, я выставлял самые максимальные значения. И, ну, я уже подготовил методичку, такой небольшой письменный доклад, я его выложу в чат. Сейчас ребята его проверяют на предмет ошибок, потому что, ну, я торопился и хотел побыстрее об этом рассказать. Вот. И когда, ну, я читал ее книгу Хильды Кларка, она там писала о том, что пищеварительная система, весь пищеварительный тракт, он находится в такой, в некой недосягаемости для электрического тока. И там паразиты, вирусы, бактерии, грибы, они находятся в зоне защиты. Почему? Потому что там огромное количество всяких каловых масс, прочее. То есть они вот там прячутся, и добраться до них не получается в данном случае. И вот я долго думал-думал, и еще меня останавливало, знаете, то самое, то, что нам все время говорили о том, что вот есть же еще и хорошие бактерии, нужные бактерии. Я вам скажу, что я это проверил. Нету нужных бактерий, нету хороших бактерий. Если они есть, то либо они имеют какую-то степень защиты, ну, защиты, и либо у них какие-то высокие резонансные частоты ближе к телу организма. Это начинается от 1,5 МГц, в чем я сомневаюсь, собственно. Либо их нету. И я все-таки сошелся на мысли, что их действительно нет. Потому что когда я захожу электрическим током в пищеварительную систему, там не выживает ни одна бактерия. Ну, нужно это повторять. То есть повторять, повторять, повторять. И в итоге у меня это заняло где-то недели полторы, наверное. Вот я именно занимался, делал по вечерам. И я скажу, что если я не делал, как-то пропускал, то это все сохранялось. То есть, ну, нету никакого желания. Все. То есть это, знаете, на что похоже. Также я вам еще сегодня очень много расскажу, именно почему люди худеют, и все встанет на место у нас с вами. Дело в том, что они потребляют воду. Они там живут. Получается, когда человек заходит на чистые дни, он просто оставляет это вот все, вот там, в животе, в царстве жизни, да, вот в состоянии голода. А они тело-то оно ничего не требует, на самом деле. Клеточки, они сами себе вырабатывают энергию. А вот они потребляют воду, все, что есть, то есть питательные вещества, то есть, ну, вот это вот все. То есть, и поэтому человек худеет, 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 пока у него не остаются там
практически там одни кости, да, видели же это, да? И все автономы наши, они через это проходили, они теряли 20 килограмм, вот. И потом, когда вода остается только в клетках, а клетки они не дают, ну, не отдают воду, и бактерии тогда уже, ну, начинают сокращаться их численность, они начинают выходить, то есть это очень такой длительный, растянутый процесс во времени, занимающий несколько месяцев, перестройка, и он очень трудный, потому что они же требуют, они требуют и требуют, и человек видит свое состояние, они умеют манипулировать, это вот не дает человеку покоя в итоге. И потом наступает момент, когда они понимают, что, собственно, все тут делать нечего, и погибают, либо уходят в такое в сонное состояние. Знаете о том, что грибы, они имеют способность превращаться, ну, как бы впадать в спячку и все равно находиться в теле. Я также предлагаю всем автономам, кто меня услышит, в том числе и Насте Зелевич, и всем-всем-всем, и даже Максиму Космосу, возможно, да, Любовь Карловой, пройти эту чистку электроники, чтобы не было откатов, не было, чтобы постановочек не было. Вот. И так, сам метод... Сейчас, Светочка, сам еще 5 минут. Сам метод очень простой, он, знаете, он на самом деле настолько простой, что вы изумитесь. Для этого необходимо всего лишь 2 аппарата. Один из них — это аппарат «Чистые дни». Для чего? Для того, чтобы днем, когда ты начинаешь, вот ты зашел вот в этот процесс перехода, промылся, прошел первую очистку электроникой, стерилизацию, и следующий день у тебя должен быть чистый. То есть ничего не нужно кушать. Да и, ну, и не хочется на самом деле. И вот аппарат «Чистые дни», он необходим для того, чтобы не слышать вот именно желания других людей. Одеваешь и пошел с ним, идешь по улице, и вот он тебя как бы так поддерживает. Пока еще в теле есть много, а промываться нужно несколько дней. Я даже думаю, можно даже там несколько недель, хотя бы через день. Раствором соды, то есть щелочным раствором. И щелочной раствор, он для чего? Он очень удобен. Он, это же такой очень хороший проводник получается. И вот он, когда заходит внутрь, когда делаешь клизму, он заходит внутрь, и он там все обволакивает. И потом, когда мы используем именно электронику, там 2 электрода, один электрод, он в виде ложечки размещается на слизистую языка, а второй электрод у нас устанавливается, он ректальный, в анальное отверстие. И все, и напряжение совсем-совсем маленькое. И вот там частота, она... Вот я использовал разные частоты. Я использовал частоты Хильды Кларк, в основном, и доктора Райфа. Они все направлены на разрушение, ну, тел микроорганизмов. Это 10 кГц, 30 кГц и 100 кГц. Напряжение 5 вольт, сигнал меандр. И все, мы работаем в течение 10 минут, и все, этого достаточно. В следующий день повторяем. Вот. Очень-очень все просто. И в процессе вот этой стерилизации, обработки электричеством происходит стирание с клеточек языка, их памяти. Но я скажу, что если человек начинает снова что-то пробовать, оно все возвращается. Запах есть, все есть. То есть, ну, на продукты уже не хочется ничего. Ну, не наше это желание. Все. То есть это уже конечное мнение мое, что это не наше желание, ничего не нужно телу вообще. И я скажу, что вот в процессе вот этого вот, ну, перехода, когда это по факту глобальная чистка, зачистка, то есть тут уже мы не, с ними не церемонимся, а их просто выводим из себя абсолютно всех. Причем обработка идет не только пищеварительная система, обработка печени, почек, всех внутренних органов. Ток идет уже по слизистой, снизу вверх или сверху вниз. Но если это сигнал меандр, то туда в одну сторону и в другую. Если у нас односторонний сигнал, ну, это тоже работает. То есть мы проверяли. Светочка, у тебя есть вопрос? Задавай. Да,
Да, Саш, смотри, у меня такой вопрос. Это получается как чистка физического тела, но с психикой нужно продолжать работать, потому что я так поняла, что если ты, например, сидишь где-то в какой-то компании, все кушают, тебе кушать не хочется, но если все-таки ты психологически захотел поесть, ты ешь, и тебе нужно будет на следующий день повторять эту процедуру. То есть с психикой все равно нужно продолжать работать, верно? Свет, а мы тут, ну, понятно, что мы эту процедуру не будем проводить на людях, которые не готовы. Это либо какое-то заболевание должно быть. Кстати, все люди, которые страдают хроническими заболеваниями, там, какими-то, или неизлечимыми заболеваниями, в том числе рак, я рекомендую эту технологию. Она безопасна, начинать нужно вот именно с живота. Когда там ничего нету, все быстро регенерирует вообще. Конечно же, если человек в дурной компании, да он даже и не услышит меня сейчас, да, он скажет, да это какая-то ерунда, зачем стерилизовать кишечник, для чего. Но если человек уже готов, и я думаю, что вот сейчас настанет момент, которого мы так долго ждали, вот мы же ждали то, что люди вот будут очень-очень быстро все переходить. Вот все люди, которых держало вот что-то, да, я сейчас рассказал, что держало. Те, которые вот девочки, которые плачут, да, которые там иногда залетают на какие-то остановочки, что-то жуют, а потом чистят желудок, промывают и ждут, и потом в подушку там рыдают о том, что ну когда это кончится, ну сколько можно, вот оно. То есть сейчас эти девочки, они все быстренько все перейдут. То есть у вас, девчонки, есть такой способ, очень легкий. Вы уже готовы, у вас тело уже готово. Вот они не пускают. Они будут держать до последнего. Скажу, что вес не падает. Он, тело теперь моментально отвечает. Если, ну, в обычном случае, вот как вот переходили, как переходил первый раз я, я там потерял очень много веса, у меня остались реально одни кости. Вот, и я долгое время не мог понять, ну почему, а где же вес? Все говорят, вес, вес. А, ну, я ждал, когда он начнет расти, и он никак не приходил. Здесь же все иначе. Я предлагаю так, ну, мы, конечно, потом его немного подкорректируем. Например, мы делаем чистый день или два чистых дня, потом выпиваем литр минеральной воды, желательно соленой. То есть и я думаю даже, чтобы она была не газированная, и обязательно, чтобы она была, ну, в бутылке, то есть закрытая, то есть закупоренная, без каких-либо там бактерий. Вот. Выпиваем, и вот эта минеральная вода, весь этот литр, он превращается в тело. Тело, оно его просто забирает, оно не выходит никуда. Не опухает ни ноги, ничего. Эта минеральная вода также нам необходима будет вечером, для того, чтобы лучше, она так как она солененькая немножко, чтобы лучше прошла обработка по слизистой. То есть задача наша работать именно по слизистой внутренних органов. Там, внутри, должно быть стерильно, абсолютно. Там не должно быть никаких камней, никаких там остатков, ничего, то есть вообще. И вот пока мы не добьемся этой стерильности, они будут, то, что там осталось, это живое, оно будет потреблять воду, воду, которую тело вырабатывает. Вот. Я это проверил. Да, вот Светочка, может, как бы ответил немножко на вопрос. Да, спасибо. У меня пока вопросов нет, я тебе зачитаю вопросы с Ютуба. Лена Ру, видела инфу о новом аппарате Саши, и он сказал, что можно также использовать цепер. Вопрос, нужно ли класть электрод цепера на язык и на какое время? Да, очень хороший вопрос. По поводу аппарата для стерилизации, по поводу чистых дней, я уже сказал, аппарат чистые дни, это такой костыль наш. Если вы находитесь в лесу, вы можете без него обходиться. То есть зашли, уехали на дачу там на неделю. И вообще это такой процесс, который требует уединения на несколько часов хотя бы из социума. То есть если у вас люди там, родственники, они, ну, немножко не в курсе там ваших всех этих практик, либо не одобривают их, да, то лучше выбрать время, когда у вас, вот, и заниматься вот этим
с промыванием, потому что это такой процесс тоже не 10-минутный. Вот. Я промывал, используя 6 литров воды каждый раз. То есть я набирал 6 литров воды, сыпал туда 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки соды, размешивал. Вода примерно 40 градусов, у меня получался такой туманный раствор. Ну, раствор щелочной туманного цвета. И вот я им промывал. Обработку электроникой можно проводить следующими аппаратами. Это должны быть аппараты прямого воздействия, то есть прямого импульса. Это аппарат Hildeclark-Zepter, который имеет, например, частоту 30 кГц. Даже если мы будем работать одной частотой 30 кГц каждый раз, это принесет свои результаты, то есть переход будет обязательно. Перейдете по-любому, я вам говорю, то есть 100%, без каких-либо там, вы уже на следующий день скажете, да зачем я это делал столько времени, да, то есть зачем я это ел. И у меня возникло сразу такое состояние, как будто вот держал-держал и отпустило. Потом также подойдет китайский генератор, который вот мы разрабатывали 2 года назад, тоже Цепер объединяли с катушками Мишина. Он тоже подойдет. У кого есть цифровые генераторы, с радостью, ну, можете их использовать. Используйте, ну, вот этот на язык электрод я уже сказал, то есть можно использовать просто ложку, маленькую ложечку, работать минимум 10 минут. А электрод, как сделать электрод ректальный, ну, это я уже выложил в чат, он тоже там вообще простой, стоит это все копейки. Я думаю, что можно сделать его из обычного маркера, обмотав его фольгой, какой-нибудь гладенький маркер купить за 35 рублей в канцелярии, с него убрать этот, ну, вот этот сам пишущий стержень, вытащить. Провод взять акустический, да хоть с утюга он провод взять и просверлить дырочку в маркере, вставить этот проводок, обмотать его там этой фольгой, смазать, например, вазелином либо детским кремом, и можно вводить. И все, и смело работать. Я начинал с 5 вольт. Знаете, 5 вольт на частоте 10 килогерц, это не ощущается. На частоте 30 и 100 килогерц можно напряжение поднимать до 20 вольт. А на частоте 10 килогерц частота доктора Райфа, она общая по всем. Уничтожает, будем так, убирает, не будем говорить, уничтожает, убирает все живые микроорганизмы внутри тела. Это бактерии, вирусы, паразиты и грибы. Также я бы хотел для людей, которые вот имеют цифровые генераторы или аналоговые генераторы с ручной регулировкой частоты, использовать следующие частоты. Я продиктую, вы просто потом, когда будете слушать, запишите. Это 10 кГц, 30 кГц, потом дальше 44 кГц, на этой частоте можете задержаться. Потом это, мне кажется, частота этого гриба-слизевика. Потом частота, дальше мы плавно поднимаемся к частотам паразитов. Частота 386 кГц, это Candida albicans. На этой частоте можете работать вообще. То есть дополнительно, прямо после общего курса стерилизации. Заходите и работайте на этой частоте. Я даже спал, уснул с этой частотой. Кандида альбикамс, она любит очень сладкое. Сладкое сразу же отваливается. Вообще ничего не хочется. Если тут было желание пожевать, то все, только водичка. Потом дальше частоты поднимаемся. Это частота 400 кГц, это паразиты кровообращения. Также, если мы задержимся, мы знаем, да, что о том, что кровообращение у нас повсеместно, да, и вот там, где мы заходим электричеством, то в любом случае они попадают под воздействие, эти самые жители в крови. Дальше мы поднимаемся до частоты 408, это аскарида, любительница, так сказать, пожить в кишечнике и в легких. Потом 400. Тридцать четыре, ну, 434, это печеночный сосальщик на этой частоте.
Вот, также можно погулять рядышком. Я пробовал двигаться по килогерцам, например, по 10 килогерц сделал шаг и по 2 килогерца. И вот в этом во всем диапазоне от 10 килогерц и до 480 килогерц я проходил пошагово, там, шагом 5 герц. Также скажу, что частота света тоже 350 килогерц тоже можете использовать. Очень хорошо работает. Светочка, тебе слово. Да, Саша, еще вопрос такой от раскола. Психика же заглючит, если хорошего занятия нет или занятия вынуждены. Психика в страх войдет. Поддержка нужна какая-то? Пожалуйста, ну да, я скажу, что здесь это совсем немножко по-другому работает. Здесь, знаете, ну, мне кажется, что поддержка, она нужна была тогда, когда нас что-то держало. Вот именно, чтобы мы не сорвались, нам нужно общение. Об этом говорит и Настенька Зелевич, да и все говорят. То есть вы должны двигаться, вы должны как-то себя отвлекать. Это для чего? Чтобы не слышать. Знаете, если бы у меня было времени побольше, я думаю, что я как-нибудь расскажу, да, то есть как я теперь это вижу. То есть мы вот этот вот сарай, который развели внутри себя, так сказать, мешок с навозом. Потому что когда вы начнете себя промывать, вы поймете, о чем я говорю. Вот. Это все живое, различные микроорганизмы, которые имеют способность подключаться к подсознанию человека и диктовать ему, что и когда им что нужно съесть, понимаете? Вот, у них заканчивается, они начинают. То есть, и вот это вот я называю, так сказать, монолог, манипуляция их, не нужно недооценивать да, они тоже имеют, ну, не разум, они имеют такую вот мысленную связь с телом человека. И вот чтобы их не слышать, для этого необходимо было себя отвлекать. Здесь иначе. Это совсем по-другому. Возникает ситуация, состояние такое, как будто бы это что-то такое, как будто ты заново родился. Вот представьте, новорожденный человек, которого только что вот приняли, да, ну, и он находится у мамы на руках. И он не знает ни вкусов, у него внутри нету, у него внутри все стерильно. Вот именно там, где у него животик, кишечник, легкие, вот это все-все-все, у него там стерильно, там у него ничего нету, его ничто не держит вообще. Вот это состояние. Поймите, что здесь уже мы не слышим их голосов, которые диктуют нам. И нам это просто. Это как будто бы вот я в этом состоянии был всегда. Вот это так вот, понимаете как? И как будто бы вот этого шума больше нету. Никто не мешает. Я говорю, это очень круто на самом деле. Вот и поэтому, когда вы изучите мою работу в письменном виде, там просто на самом деле все. Вы обрадуетесь и изумитесь. Это то, что мы искали. Сейчас все люди массово, скоро, в ближайшем будущем, они, вот кто захочет, они смогут легко перейти. Без какого-то серьезного потери веса. Ну, кстати, у меня была потеря веса. Ну, так, я был 62 килограмма, когда зашел. И у меня вес упал. Упал до 55,3. Ну, это очень маленькая потеря веса. И потом этот вес очень быстро вернулся. Каждый литр минеральной воды это будет твой вес. Вот так вот. Сейчас он у меня остановился. Утром он был 58,4. Я думаю, что я сейчас приеду домой, я взвешусь, я тоже буду в таком же весе, а может даже он немножко подрастет. Потреблять воду больше некому. Светочка, тебе слово. Да, Саш, скажи, пожалуйста, сколько ты с этим аппаратом находишься без твердой пищи, без еды, получается, только на воде, насколько я поняла? Да, ну, твердую, я, знаешь, Свет, я уже и забыл, когда я что-то жевал на самом деле. Это какая-то водичка иногда. Вот сегодня я выпил где-то полстакана теплой воды. Все. Выпил и все. И, ну, знаешь, не потому, что там
мне захотелось, или я не считаю это каким-то там, это уже не остановка, это просто, знаешь, как, это как будто бы, ну, попил и попил. Ну что теперь? Бывают дни, когда вообще, то есть, ничего не хочется совсем. А бывают дни, когда хочется соленой водички, минералки. Уже тут такое чувство возникает, как будто именно тело просит, не кто-то там, кто там живет, а вот именно тело просит, чтобы промыть то, что осталось вот внутри, вот этот сушняк, да, который вот люди испытывают, это же тело, оно пытается чиститься, но то, что оно генерирует вот эту воду, небольшое количество, совсем немножко, потому что изначально тело, оно же не, оно, во-первых, не умеет, мы всегда себя заливали, мы вот эту всю биоту кормили водой, которую за себя заливали, и вместе с продуктами. Вот. А тут, ну, тело вырабатывает, и вот это то, что оно вырабатывает, тело, оно все расходует биота, и это вот процесс растягивается во времени. Человек худеет, худеет, это трудно. На самом деле где-то, ну, уже месяц, даже больше месяца, полтора, наверное. Это все началось у меня с каких-то 20-х числов, У меня звук пропал. Интернет, видимо, у Саши. Ну, пока у Саши настраивает звук, не знаю, только у меня пропал он или еще у кого-то. Я, наверное, тогда немножечко добавлю. Да, Саша вот вылетел. Добавлю о себе, что, ребят, это, насколько сейчас вот Саша говорит, это как вспомогательный аппарат, если вы готовы, если вам по каким-то причинам нужно не кушать и не пить, по разным причинам, для сознания себя, для каких-то, может быть, излечения ваших заболеваний, то это очень хороший еще один способ, как это можно сделать. Вот. И если вы говорите о пробуждении, просветлении, то это, конечно же, нужно уже работать в дальнейшем с самим собой, и вы можете через пробуждение зайти на ту же автономию. В этом я абсолютно уверена, потому что у нас уже есть претенденты, у нас уже есть те случаи, когда через осознание себя, через пробуждение у нас уже практически, ну, где-то уже около месяца человек, есть несколько людей, которые не кушают, и не кушают они не потому что им просто не хочется, а потому что они уже не хотят в эту игру играть. У них нет слабости, у них нет потери веса, у них нет каких-то моментов, что а съесть или не съесть что-то. Это другой подход. То есть мы сейчас говорим о том, что это еще раз я повторюсь, давайте, что это не про то, что конкуренция, да, что вот эта конкуренция, вот эта конкуренция, вот этих вот нельзя там в эфир выводить, вот тех вот, про тех нельзя говорить. Нет, ребят, вы каждый выбираете свой путь, и у каждого свой путь уникален. Кто хочет идти через отсутствие еды и жидкости, но по каким-то причинам не может, вы можете попробовать различные варианты, в том числе и аппараты, которые создает Саша. Если вы хотите идти на осознание себя, то, конечно же, тогда это идти через пробуждение, через осознание, когда вам уже не интересно играть в эту игру. Это другой путь, но все мы будем там, вы это тоже должны понимать. Вот я так понимаю, что у нас Саша, он вылетает, интернет у него такой, что, скорее всего, а, нет, вот Саша здесь уже. Все. Светочка, Тогда, я Саша, давай. появился. Ага, давай тогда еще тебя слушаем. Да, на чем я остановился? Да, Светочка правильно говорит, то, что вот я, знаете, я спешу сообщить тем, кто замучился на остановках вот на этих. Ребят, я был такой же, как вы. Я ел. Потом думал, почему я поел,
и что это такое, и потом шел, промывал желудок, и думал, да когда это кончится. Ответ пришел очень просто, очень, очень легко это оказалось, да, на самом деле. Я перешел сразу же практически. Поэтому не стесняйтесь. По поводу того, что какая-то там реклама, нет. Люди, которые меня не знают, я вам скажу, что я обычный изобретатель, и я рад, что наконец все, я поставил точку здесь. Теперь я могу дальше идти в энергетику. Теперь я знаю, что здесь это подхватит ребята, и я вот с радостью это все отдаю, все схемы, все сборки, все это можно собрать в домашних условиях. Также в докладе моем будет маленькая краткая инструкция в конце о том, как собрать маленькое устройство, там, буквально там, за каких-то там 200-300 рублей, купив детали. Дома там, сидя за кухонным столом, можно сделать это маленькое устройство для обработки. Ну, аппарат «Чистые дни», он тоже легко собирается, и тоже есть инструкция. Я все это раздаю, то есть это не смысл там нажиться там. И я понимаю, да, то есть сейчас вот эта вот технология, да, это не метод, тут у нас технология, то есть электроника используется, поэтому это технология. Я ее назвал «Царство жизни». Она, конечно же, немножко может повлиять на другие какие-то бизнесы, которые люди там проводят. Возможно, как-то немножко зацепит ретриты. Но, возможно, ребята, которые автономы, они, ну, которые проводят именно занятия, они возьмут это на вооружение и начнут уже переводить массово людей. Потому что чем быстрее мы все вернемся в наше состояние, это наркота, ребят, просто наркота, на которой мы сидим. И скажите сами себе, что я человек, а не мешок с навозом. И смело идите туда, смело двигайтесь в путь. Это сработает так же, как сработало у меня. Вот. Также не нужно уже менять микробиоту одну на другую. То есть просто мы убираем всех и все. Вот мне сегодня один товарищ написал в чате о том, что он прошел первые, ну, вот эти вот первую обработку и заселил сенную палочку. Ему сказал: Господи, да не надо туда ничего, пожалуйста, там должно быть все стерильно вообще. Поймите, что там нету нужного ничего, убирать все нужно абсолютно. То есть там должно быть стерильно, как у младенца. И вот ребеночка маленького, его начинают, когда подкармливать, они, ну, люди, вот именно мама неосознанно заселяет туда различные вот эту вот микробиоту. Мы будем считать, что она вся патогенная, потому что она вся как бы действует разрушительно. Ребенку нужна просто водичка иногда и все. То есть водичка. И я не знаю всего, я сам в процессе изучения, я продолжаю. Но я скажу, что приборы мне уже не нужны. Это все, все, что я сейчас продолжаю делать, это проверка, так сказать, вот в этом, ну, найти что-то здесь, возможно, негативное. Но я скажу, что с каждым днем все лучше и лучше. И мне кажется, я скоро взлечу. Где-то год назад я пообещал самому себе и ребятам в чате, что я найду простой способ. Я его нашел, вот, пожалуйста. То есть он есть. Он прост, понятен, доступен. И теперь у нас есть все ответы. И каждый, кто перейдет таким способом, он начнет думать и рассуждать иначе. И там до просветления недалеко, если нужно, можно будет пообщаться там, когда поправится здоровье. Скажу, что в течение... Переход длится где-то от недели и до... Ну, я думаю, что найдутся люди, которые задержатся в этом состоянии. Также уходят все вредные привычки. Курение, наркомания, алкоголь. Это же все то же... Вот. Это все оттуда же. Ничего телу не нужно. Забывай абсолютно. Вот. И вот он, этот переход длится где-то от недели, ну или как у меня там, на следующий день я сказал уже себе, и найдутся и такие.
которые уже готовы, но вот им немножко не хватает. Вот там живет что-то там и мешает им. И вот они отлетают на какие-то, на какой-то там чай с медом зачем-то, да? Ну вот, поработают один день, и потом скажут, да вот, ну, уже ничего не надо, какой-то, как бы кажется, как абсурд. А кому-то понадобится больше. В течение недели-двух регенерируют все внутренние органы, если там есть какая-то проблема. Нет, сначала очищается пищеварительная система. Она чистится где-то в течение месяца, я думаю, там последняя выходит. Ну, все равно там очень много залежей. Возможно, у кого-то больше, там, у кого есть лишний вес, кто ел все подряд. Вот. Потом восстанавливаются, регенерируют все внутренние органы. Ну, а потом человек начинает молодеть. И я думаю, что, ну, по поводу просветления, да, это тоже такой путь, ну, это, наверное, путь воина. Я сейчас говорю про путь, например, который может пройти любая бабушка, или я вот хочу на маме на своей попробовать. То есть я могу маме объяснить, правильно, да? Вот как сейчас вам объясняю, что мы человеки, а не мешки с навозом. Ничего человеческое тело не получает от того навоза, что находится внутри тела, лежит в кишечнике. Ничегошеньки. Тело не может просто физически, оно пытается от этого отгородиться. Поймите это. Не носите это в себе, не нужно. Избавьтесь от этого. Избавьтесь от всей живности. Вы знаете, человек современный, он похож на маленького ребенка, который завел себе котят, которому приходится их кормить, ухаживать и так далее. Знаете, я немножко скажу о том, где я живу. Я живу в лесу. У меня есть кошка, у меня есть маленький дом, у меня есть ежик, лиса, потом крот. Они все живут независимо от того, что есть я или нет. Я никого не кормлю. Я прихожу. Вот тут у меня крот вырыл новую, там выкопал опять новая куча у меня, да, которую потом муравьи облюбовывают. Ну, я беру эту кучу на тележку и везу там, засыпаю какую-то яму. Вот лиса, например, пробежала, там они с ежом дружат. Еж у меня под юртой живет, ищет там, обычно он выискивает ночами. Они живут сами по себе, не надо разводить внутри себя вот этот зоопарк. Он потом, в итоге, когда вы решите от него избавиться, он начнет вас жрать, скажем так, прямым текстом. Потому что они хотят жить. Вот и все. Вот. Все мои разработки можете брать, они лежат в доступе, в открытом. Собирайте сами, покупайте у сборщиков. Можете нам написать, мы вам отправим по возможности. Ну, я, скорее всего, скоро уйду дальше. И на самом деле очень много нам нужно еще поменять, пока вы все будете понемножку подтягиваться. Я посмотрю, что мы можем сделать дальше. Землю надо восстановить, нужно, чтобы люди начали переезжать на землю. Нужно засаживать деревьями красивыми, да, какими-нибудь там липами, кедрами, да, ну, строить сады, очищать водоемы, мусор вот этот, который никому не нужен, ну, и дальше менять, чтобы на самом деле каждый, кто почувствует это состояние, это просто теперь. То есть это состояние такое, как будто бы я даже не могу точно описать. Вот как будто бы так и должно быть. Вот то как, когда вы много раз оступались, да, и думали, как же там Светочка, вот неужели у нее не кружится голова, когда она не пьет и не ест? Неужели там, да как же она держалась, бедная, да, вот ой, как тяжело и сухость во рту. Нет. Это теперь не так работает, это теперь совсем иначе. Как будто бы, когда это становится твоим состоянием, ты это понимаешь. И вот складывается такое внутреннее состояние, что все, то есть уже никогда ты не начнешь ничего жевать. То есть отношение к телу уже другое. Это если это хочется воды, ну, то понятно, что это вода, а не какой-то там лимонад. Вкусов нету. Вкусы уже не нужны. То есть
как я понимаю, вот именно вот это вот эти вкусовые привязки, они вот именно в основном и держат. То есть они держат, и вот с помощью них вот это вот биотное, ну, вот это вот полчище, да, там живущих внутри микроорганизмов, оно требует постоянно, постоянно верещит, давай, давай. И давай это, давай это. И я даже думаю, что вот у меня есть задумка такая, маленький аппаратик сделать, он будет в виде ложки, там одним электродом будет сама вот эта вот, ну, ручка ложки, и вот этот электрод нужно будет одной рукой взять в руку, ну, ложку вот эту одной рукой взять в руку, а другой рукой поместить на язык. И девочка, например, которая любит там какие-то там чипсы, или кириешки, или какую-нибудь там еще ерунду, да, на которую подсадили там, ее можно от этого легко отучить за 10 минут. Приложить этот аппарат, это безопасно. Там будет маленькая микросхема, аккумулятор и все. То есть это безопасный такой способ. Подержал электрод на языке. И все. Ребенок никогда не захочет есть эту дрянь. Также еще я вам скажу, что я нашел метод открытия за открытием. И все они на самом деле, если бы у нас был мир правильный, наверное, каждое мое открытие, оно тянет на Нобелевскую премию. Я нашел частоту, которая влияет на сон. Мы можем привести человека, у которого вот он сидит и кивает, у него сонливость, да, вот сонливое состояние. Понятно, что в крови у этого человека присутствует некое вещество, морфин, да, который выделяет это биота. Грибы, я думаю, выделяют, занимаются этими пакостями. Вот. Мы можем привести человека за 3 секунды в состояние трезвости. То же самое, то есть мы используем частоту. Я вам все расскажу сейчас, чтобы себя обезопасить, потому что дальше мне, ну, на самом деле, это пусть это будет лучше у вас, или в видеозаписи, или где-то в аудиозаписи. Это частота 582 кГц, это сигнал меандр. Это напряжение 5 вольт всего-навсего. Вот мы размещаем на язык на 3 секунды. Все, человек приходит в себя. А если мы начинаем дольше держать, то потом, ну, где-то, если человек не проходил чистку, стерилизацию, обычный человек, водитель, дальнобойщик, например, да, то он потом почувствует сонливость через несколько, где-то через минуту. То есть его эта ложка может выключить. Сначала это состояние бодрствования, потом он просто выключается. Также еще я думаю по поводу того, как вырастить зубы. Наверное, это единственное, что у нас осталось. И на этом моя работа по здоровью и по автономии будет закончена. Я смогу дальше двигаться легко и просто в наши, так сказать, другие направления. Светочка, слушаем тебя. Да, Сашенька, спасибо тебе огромное. У нас не так незаметно прошел час. Ребят, я хочу еще раз всем сказать, что запись будет этого эфира. Она будет и на канале Лаврова Светлана в Телеграм-канале, и на YouTube-канале она будет, эта запись. Можете, кто не успел, кто опоздал, кто хочет еще раз пересмотреть, все это будет. Все контакты Саши у вас есть, они есть в чате. Можете Саше задавать какие-то вопросы. Точно так же он вас добавит, кому нужно, в чат разработчиков, если кому-то будет интересно. И, конечно же, если у вас появятся вопросы, то есть в школе автономии мы продолжаем делиться своим опытом. Если у вас появятся какие-то вопросы, то мы еще на следующей неделе можем провести какой-то эфир. Но это давайте, ребят, по вопросам, чтобы у нас не было просто вот этих вот затягиваний. Потому что сейчас Саша выпустит, наверное, в производство, и вы сами начнете делать вот эти вот аппараты, и начнете делиться, кому что подошло, кому не подошло, с какими вопросами вы столкнулись. И когда мы будем друг другу это рассказывать, когда мы будем друг другу это показывать, то мы еще быстрее придем к тем нашим возможностям, которыми мы обладаем. Саша, спасибо тебе еще раз огромное, ты просто наш клондайк. Вот, ты огромный молодец, я очень-очень рада, что ты есть у нас, потому что ты для многих облегчаешь их путь. Спасибо тебе большое. Благодарю, Светочка. Можно еще мне два слова вставлю? Давай, давай.
Вот это вот эфир, ну почему я, собственно, это вот впервые я вот рассказываю вот об этом, да, потому что это новое, и я специально зашел вот к Светочке в чат и написал, потому что у нее самая такая лучшая, так сказать, группа, да, которая вот именно охватывает абсолютно весь объем, да, то есть вот этих самых инструментов, которые у нас есть, и я сразу же поделился в ее группе, вот, поэтому, и сразу же я Светочке выслал набор. Светлана, не знаю, получила ты, не получила, я тебе не рекомендую. Получила, но я думала, что я в Сочи буду уже через 2 дня, и он уже к этому времени дойдет. Светочка, я тебе тоже рекомендую на себе пройти, это все, тебе это много времени не займет. После того, как вы пройдете чистку, это займет там у кого-то неделя, у кого-то две, но желательно поработать в течение месяца, дальше аппараты вам будут не нужны, вы можете их просто передавать родственникам или отдавать другим друзьям. На самом деле я не продавец, я изобретатель. Аппараты у нас стоят недорого, не 20 там, тысяч, как других, там, или он 45, там, аппараты для здоровья, для каких-то там раковых больных, там, они очень дешевые на самом деле, они собираются легко в домашних условиях, вы можете их сделать, можете наделать родственникам, можете передавать из рук в руки, можете работать группами по часу, например, и у вас все будет получаться. Поэтому я не знаю, как я... Старался как бы уверенно говорить об этом. Но я думаю, что в голосе у меня все есть. Вы сами можете понять, когда человек обманывает, когда он говорит правду. Я вам скажу, что это то, что мы искали. Берите это и несите дальше. Заходите к нам в чат, изучайте инструкции. Все подробно расписано. Задавайте вопросы ребятам, они там в курсе. Кто-то еще пытается осознать, кто-то уже пробует. Кто-то спорит, как обычно. Есть и такие, которые говорят, да это все ерунда. Не верьте никому, просто все проверяйте, потому что вера – это… Когда человек говорит «я верю» или «не верю», у него не думает голова. Это просто он действует по программе. А когда он начинает пробовать, проверяет, то это уже путь. И человек, который идет таким вот способом, да, то есть мышление, он всегда придет к цели. Всегда придет цель. И мне вот девочки некоторые пишут, которые по 10 лет практикуют. Ну, их что-то держит, их что-то вот. В общем, нашли мы, что держит. Все просто. Вот они уже вроде и просветленные. Они вот, все у них там внутри, такие мысли. У них различные там группы. У них, представляете, группы, медитации там они проводят. Там по 40, по 100 человек. И вот они все равно кушают, потому что их что-то держит. Вот что-то держит. Ну вот, они теперь могут... это взять и попробовать. Аппараты, они уже все разработаны, не надо ничего придумывать здесь. Зашли, изучили инструкцию, это 2 аппарата, это аппарат «Чистые дни» для поддержки и аппарат «Рассвет», который мы просто адаптировали немножко. У кого есть аппарат «Рассвет», это уже 1000 людей, они могут просто взять его и уже использовать уже сегодня после эфира. Посмотрели эфир, включили, проверили и все. То есть можете работать. Светочка, я тебя люблю, обнимаю крепко. Всего доброго тебе. Пусть у нас все ладится. Все, все. Спасибо огромное. Спасибо тебе, Саш. Спасибо, ребята. Не все вопросы смогли озвучить, но в любом случае те контакты есть. Пишите, задавайте вопросы. Пишите в личку и Саше, и мне. Я дам, если что, контакты Саши, контакты на его группу. И всем огромное спасибо, ребят. Всего доброго.